have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, планета Ланы. Закончили мы в прошлый раз... Вот на чем. И я как раз собирался подумать о том, почему роботы себя подобным образом ведут. Я не уверен, что я хочу что-то делать там. Там вроде как вниз можно было пробраться, но я не хочу. Игра уже много раз меня окунала. Так, а что? А куда? А зачем? Тут еще такой... А, серьезно? Мне туда? Олай. Сейчас посмотрим. Помоги. Кьяло. Да, нам, видимо, сюда. Так вот, почему роботы вначале собирали всех, потом ее они почему-то убивают, когда находят. И, в общем, что здесь вообще происходит? Потому что у меня была теория, что, может быть, роботы — это просто посланники с Земли, которые решили собрать всех людей, которые обитают на этой планете, доставить их там туда-то, сюда-то. Вот, но тогда почему они убивают меня? И что вообще здесь происходит? Так, это нам надо для... Зачем? Почему? Олай. Вон там вторая тележка. Сейчас посмотрим, что вообще происходит. Опа. Ага. Нам это сейчас не надо. Надо переплыть. О, может быть, ту вторую тоже подтащить и запитать, да? Все, я понял, что нам надо было сделать. Надо было еще его там оставить. Чтобы он там нажал, я тут нажму. Мы так и сделаем. Значит, давай, дружище, ну наверх. Помоги, мой. Помоги, мой. Я пойду туда, а ты помоги тут. Главное из воды успеть выйти. Так. Так, а если я вырублю? А, все, тогда нормально. Погодите, это же нелогично. А, стоп, минуточку. Сверху кнопка — это чтобы запитать, а снизу чтобы подвинуть мост? Это теперь еще более нелогично. Ну хорошо. Ну, то есть кнопка по подвижке моста должна же быть сверху, а тогда бы у них не получилась гениальная головоломка. Ладно, согласен. Поехали дальше. Теми темпами, которыми они передвигаются, я не уверен, что они когда-либо доберутся до сестры. И когда они доберутся, я не уверен, что они смогут там с ней сделать. Вот, ну, пока что идем... Как идем теми темпами, которые есть. Ага. Оп. Чувак вперед меня побежал. Ему, в принципе, не терпится, поэтому... О! О, тут выглядит все интересненько тоже. О, скелет ребенка.
На руках у робота. Вот, видите, роботы. Роботы, ну это, они выглядят так же, ну то есть технологии этих роботов выглядят так же, как технологии тех роботов. Да, смешно. Этот смех был максимально неуместный сейчас. Пойдем. Зацепись за веревку, пожалуйста. Спасибо. Так, портреты. Люди, скелеты, да, да, я понимаю. Ну, кстати, робот, он был... Стоп! Это правители, да? То есть это, скорее всего, портреты, ну, или мэров, или наместников. И последний был уже роботом, а не человеком. А вот это интересная история. Вот, побольше истории, побольше графонии, потому что, ну, ребят, загадки это не ваше. Давайте что-то вот такое вот, чтобы было интересно. История здесь, кстати, в самом деле, ну, мне пока нравится. Это какой-то... Мы на мостик какой-то пришли? Что происходит? Они встали, они все... Ну, типа, не то чтобы за нас, а прям... Они видят в нас главного. А, смотрите, они обратно повисли все. Почему? In control! Вот, вот, вот! Наконец-то начинается... Ну, хорошо, не перчатку, а браслет дали. Вот, наконец-то же начинается что-то же, как-то же, ну вот, вот так вот должно, это должно было произойти в первые 20 минут игры, а не сейчас. Люди туда капсулам, оп. Ну, к спасательным капсулам, наверное, вон, смотрите, 510-я капсула. Вот сейчас это все выглядит обалденно. Ёлки-палки. Смотрите, сколько тут капсул осталось. Нас этим не прижмет. А ну каждый раз с этой музыкой... Нет, ну это не... А, да! Так, погоди, может я что-то... Я сломать могу эту фигню, нет? Нет. Печально. Не надо мне говорить, что это на время, пожалуйста. А я могу... Он этой штукой управлять явно не сможет, потому что у него нету браслета. Да. Сюда вот я могу его загнать как-то? Нет. Погоди, а зачем мне все это...
Ладно. Я примерно понимаю, что мне надо делать. Выглядит это отвратительно, если я правильно понимаю. Да куда ты? Что это было? Ну, вы поняли, да, это нужно, чтобы успеть. Нужно сюда попасть. А, да. А как? Да? Так, 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 ладно. Я более-менее понял. Сейчас, секунду. Иди сюда. Это не надо будет делать на время. Это нужно будет сделать вот так. И вот так. Теперь иди сюда. Сюда. Помоги, Муй! Помоги, Муй! Сейчас мы его отвезем туда. И надо будет отключить энергию. А с какого момента я... Так, надо смотреть. Быстрее! Давай, поехали. Проклятое место. Ну его к черту. Оно несложное. Опять же, как все здесь. Я уже, наверное, заколупался этим всем. Оно несложно. Все, оно просто нудно и криво. Бесит.
Ребят, больше историй, меньше загадок. Все, нам дали немножечко поуправлять, такие хватит с вас. Начали появляться здравые идеи, но вместо того, чтобы на этом замутить, ох ты ж ее, игру. Идите нафиг. О! Он начнется и будет нормальным, или он все уже выключился? Ну, кстати, интересно, они не полностью бросили механику управления. Жалко, что можно управлять только с терминалами, а не как-то дистанционно. Ну, согласитесь, это немножечко глупо, что ли. Ну ладно, на самом деле не буду спорить. Да? Давай. На месте этой животинки я бы отказался просто наотрез залазить на эту фигню, потому что если кто-то, кто не любит воду и не умеет плавать, затащить его на вот такую фигню невозможно, по-моему. Интересно, с какими опасностями сталкивается эта зверушка, когда пытается попить. Он же видел воду раньше, почему он реагирует так, как будто он ее раньше никогда не видел. Тут, кстати, картинка обалденно сейчас выстроена. Прикольно. Темная, спокойная. Класс. На секундочку в дредж попали, да? Ну что ж, на следующее утро, как я понимаю. Или через даже пару дней. Он перепрыгивает, вот он полностью категорически отказывается. О, тут вот как раз скелет такой туши, как вот та была под водой. Прикольно, вот это красиво. Чё ты орёшь-то? Ой, там еще один, слушайте, а... А это наводит на некоторые мысли. Нет же, по-моему, никакого... намека на то, что... Илю реально здесь. Так, а как мне... А, да? Ого! Ну я ж попросил тебя назад! Я ж попросил тебя назад! А, мы можем и так.
Мы можем и так прям фарами слепить. Тогда это... У мелких есть гипноз, тогда это вообще как нефиг делать. И у них еще какое-то время отходняк после гипноза, смотри. Давай, поехали. За мной. О! Илю, Илю, да-да-да-да-да. Ее там, конечно, нету, но покричать можно. Знаете, вот эта штука уже заколупала, серьезно. Поднимись, принеси веревку, причем... Оно же одно и то же. Зачем вы это делаете? Ну хватит. Понял. Сканер у вас такой себе, кстати. Я успею? Успею. Успею! Вот они выделили робота, чтобы он чисто патрулировал вот этот кусочек местности. И чё? Да. Да, дай мне веревку. Кьяло мой. Ну зацепись-то за нее. Спасибо. Ну, у меня два выхода, которые я тут вижу. Во-первых, сюда. И вон туда, ну там мне мостик нужен. Так, я сейчас туда никак не попаду. Во-вторых, туда. Да. Мне нужно будет его сейчас поконтролировать. Ну-ка. Это мы того робота сейчас, да? Это он на ручное управление перешел, окей. И все это было ради вот этого? Ну-ка, а что там дальше? Я же могу просто пройти по этому, да? А, понятно. Храму проход.
Ну-ка. Погоди, а... Ну-ка, секундочку. Тут-то я назад сейчас же не попаду. Я могу этой штукой... Да не... Да, но его убивает. Окей, оно его убивает, супер. Ну тогда я не вижу никаких проблем. Вот мы тут... Все, по идее мы их убили. Усиков нету, да. То есть оно теперь просто как медленная фигня. Окей, согласен. Это не проблема. Давайте заберем храм, раз уж мы его нашли. Не знаю, типа секретное место, оно ни разу не секретное. Это выглядело как основная дорога, куда нам надо двигаться. А, извините, как? Ага. Миллиметраж. Третий кусочек мы нашли. Я же говорю, я на данный момент уже не питаю. Я нашел 9 из 10. Я дофига пропустил. Я дофигища пропустил. Ни одну и ни две. Я нашел 9 заразу из 10. То есть... офигеть. Ну, в принципе, ладно. Понятно, что он там это, поколупаться, можно было бы это все найти. Но так как оно здесь все происходит, я же говорю, здешние, ну как бы сказать, кинетика, которая здесь происходит, как оно все двигается, не особо хочется экспериментировать. А когда экспериментируешь, игра тебя за это, ну не то чтобы наказывает, а не вознаграждает. Ты раз за разом тычешься в те места, которые типа могли быть хорошей нычкой, ты в них просто тычешься носом. И игра такая, а нет, тут ничего нету. Все, зашибись. Слушайте, а то, что храм 9 из 10, не значит ли это, что мы подходим к концу игры каким-то образом? Интересно, я, кстати, даже не знаю, насколько длинная эта игра. Я ее, ну же говорю, купил ее абсолютно на рандоме, потому что мне понравилась картинка. Картинка мне до сих пор нравится. Тут вообще без дураков. Вот. История, кстати, хороша, потенциала очень много, но того, что это все превратили, к сожалению, меня пока что не устраивает на данный момент. Так. И нам тут предлагают, ну, воду, хорошо. Оля и муи, давай. Туда? Понятно. Спасибо, игра. Давайте тащить. Ну, то есть такое нам попадается уже в третий раз. И, ну, это не то чтобы загадка. Короче, знаете, что больше всего подходит под описание того, что здесь происходит? Это не загадки, это последовательность действий. Иди сюда. Это даже не загадки, это просто определенная последовательность действий, которую ты, в принципе, видишь абсолютно сразу.
У тебя не возникает проблем с тем, чтобы вот с первой загадкой, которая здесь была, у меня были проблемы, не потому что это была загадка, а потому что я еще не до конца разбирался с механикой. Все остальное, ну ты просто приходишь и видишь, что тебе надо сделать. Но ты понимаешь, что это будет долго, потому что... Потому что это криво. Помоги. В 10-й, 325-й раз скинь мне веревочку, пожалуйста. Так и дай ты уже. Иди сюда. Мы как раз вовремя. Их увозят. Но это совсем другая деревня, и в принципе. Ад. Где мы загрузимся? Куда он доходит? Я понял. Это будет довольно сложно сделать. Ладно, ребят, все тогда. Вот здесь, кстати, это интересно. Сейчас мы будем экспериментировать. Но на самом деле не сейчас, это будет происходить в следующей серии. Поэтому пока что спасибо, что были с нами. Всем добра, добра, всем ладушек, всем покеда.